Весь мир объединяется, и мы видим уже реальные действия европейских стран, особенно наших партнеров, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Польши, стран Балтии. Я хочу сказать вот слова такой искренней благодарности нашим друзьям в США, в Канаде, в Японии, в Великобритании, в Польше, в Эстонии, в Латвии, в Литве, в других странах, которые поняли, что их помощь сегодня будет неоценима для Украины. Я хочу сказать, что сегодня помочь нам можно двумя путями Западу. Первое. Убейте, растопчите, уничтожьте российскую экономику. Долбите ее в клочья. Чем быстрее, тем лучше. Каждый российский олигарх, который поддерживает Путина, должен за считанные дни стать нищим. Все россияне должны ощутить на себе, что они персоны нон грата в Европе, в Америке, везде, в мире, что у них деньги на карточках заблокированы, что курс доллара, курс рубля, рубль, вернее, равен нулю, за рубль ничего нельзя купить, мало того, рубль нельзя достать. Сделайте так, чтобы магазины Москвы опустели, чтобы люди вышли на улицу и сказали: старый ты пидорас, блядь, что ж ты с нами делаешь? Я надеюсь, только так придет прозрение, и только так они помогут, москвичи, в первую очередь, я верю в москвичей, и жителей Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что если на улице Москвы и Санкт-Петербурга выйдут сотни тысяч людей одновременно, этому шизофренику придет конец сразу. Но в этом должны помочь нам наши западные друзья и партнеры. Развалить их к чертовой матери эту нефтегазовую экономику. Перестаньте закупать у них нефть, газ, все, что вы закупаете. Подождите немножко, они рухнут, и тогда и вам, и нам будет легче.